Эй, с вами Твой, и сегодня мы играем опять в Undertale. И я такой как-то сидел и думал, надо снять Undertale. Ну а потом я такой, не надоело не переводить Undertale, самое интересное, что они говорят. И сейчас, зацените. Вот, да, это русский, да. Это рыболовная удочка, закрепленная в земле. Что было на крючке, фото со странным выглядящим монстром. Гастр, что ли? Позвони мне. Вот мой номер. Вы решили не звонить. Я позвонил. Кстати, телефон вот он. И телефон. Номер тоже я набирал. Набор номера. Троеточие. Никто не взял трубку. То есть мы не можем позвонить по причинам. Пожалуйста, меня извините, потому что я в той серии не сказал пока. То есть у меня видео идет только 10 минут. Сейчас я поставил уже таймер. Удобство той лампы по-прежнему наполняет вас решимостью. Смотрите. Дорога с сундуком. Так. Монстр, окей. Сбежал. Так, это сундук. В него вы можете складывать вещи или брать их из него. Такой же сундук будет и позже. Так что не волнуйтесь, возвращаться не придется. С уважением, любители сундуков. Ну, вообще, блин. Керри-де. Использовать сундук, да? А, мы же все собрали, все. Мы все собрали, все. Итак, я уже рассказывал про Андайн. Я знаю, кто такой Андайн. Музыка прикольная. Чё с ними? Санс, боже мой, это же... Человек! Что это перед камнем? Боже мой! Это же не человек! О мой бог! Так, наконец-то я сделал это! Андайн будет! Я стану таким популярным! Человек! Ты не пройдешь! А, я смотрел такое, не я великий папайрус! Остановлю тебя! А затем я схвачу тебя! Ты будешь доставлен в столицу! Затем... Я не уверен, что дальше. В любом случае... Продолжу дальше. Только если ты посмеешь. Все прошло неплохо. Не бойся, малой. Я буду следить за тобой своими глазницами, боже мой. Так, идем. Кстати, а что это за камень? Его уже нет. Что у него за глаза? Я бегу от тебя. На этой картинке, на этой картонной коробке какой-то текст. Боже мой, это хорошо. Понаблюдайте хорошо сожженную наблюдательную станцию. Кто же мог построить ее? Вы хотите знать? Ставлено то, что это был очень известный королевский стражник. Подпись, пока еще не слишком известный королевский стражник. А,
я не понял, что это значит. Совершенно не двигайтесь! Я не двигаюсь. Я боюсь. Эй, бог ты мой, кто это? Кто-то двигался? Или это мое воображение? Я могу увидеть лишь двигающие вещи. Если что-то двигалось, к примеру, человек, я позабочусь о том, чтобы он никогда больше не двигался. О. Не двигайся. Я потратил, но тебя я пощадил. Что-то гладило меня, что не двигалось. Необходимо немного жевательных костей для этого. Так, вот они, давайте им дадим. Кто-то курил собачьими костями. Помни, какое что важное. У моего брата есть специальная атака. Видишь синюю атаку, не двигайся, а тебя не задевает. Есть простой способ запомнить это. Где доставляет знак стоп, когда ты его видишь. Ты останавливаешься, ага. Знаки стоп красные. Но представь себе синий знак вместо красного. Просто да. Когда сражайся, думай о синих знаках стоп.